Судьбу ивановских дольщиков обсудили на совещании в столице. К сожалению, каких-то обнадеживающих новостей зампред Максим Громов не привез. Ситуация сегодня такова. Из-за разногласий между банком и строительной фирмой, которая объекты возводит, снижены темпы выполнения спецработ. До 8 ноября будет проведен аудит взаимоотношений сторон, после чего и примут решение о продолжении финансирования. В любом случае, на графике банка, который есть сегодня, ориентироваться не стоит. В правительстве региона считают, что в этом году удастся ввести все дома высокой готовности. Часть объектов неминуемо перейдет на следующий год. Что касается дома 38 по улице Рабфаковской, который остался без электроснабжения, банк нашел возможность решить эту проблему. Правда, сроки снова никто назвать не готов. Решение лежит в двух плоскостях. Либо достижение неких договоренностей с собственником этой подстанции, либо второй вариант – это решение технических вопросов, в частности, монтаж нового ТП либо РТП.